Всем привет! Меня зовут Ама. Я индонезийская студентка в России. Наверное, некоторые из вас уже знаете о красивых местах в Индонезии. Например, Бали, Йогьякарта, Раджа Ампат, Манадо и так далее. Но, наверное, большинство из вас еще не знаете о нашем языке, индонезийский язык. Поэтому сегодня я буду рассказывать вам несколько фактов об индонезийском языке. Давай посмотрим! Sekarang masih belajar? Masih. Hasilnya gimana? Saya belum tahu lagi. Sekarang... Masih nunggu pengumuman ya? Iya. Oke. Eh, kamu... kalau habis sekolah sini, nanti pergi mana? Aku habis dokter ini, nanti aku tanggungannya di Moskow gitu. Bidang apa? Aku bidang ini, biomedis. Kalau kamu apa? Bidang perubatan. Наверное, вам интересно, почему мы понимаем друг друга, хотя мы даже приехали из разных стран и говорим на разных языках. Ну, вот объяснение. Ну, давай посмотрим. Это объяснение. Потому что 90% индонезийских слов тоже есть в малайзийском языке. Например, слово «yes» по-индонезийски будет «макан», а по-малайзийски тоже будет «макан». Но есть несколько слов, которые бывают разные значения. Например, «крета». По-индонезийски это будет «поезд», а по-малайзийски это значит «машина». Вот, вы видите, что эти языки похожи, но все равно разные. Давно был язык назвали старый малайзийский язык. Индонезийский язык и малайзийский язык, которые сегодня люди говорят в Малайзии, Бруней, Сингапуре и в Индонезии, родились от этого языка, поэтому они похожи. Сегодня очень много слов в малайзийском языке от английского языка, потому что раньше Малайзии, Бруней и Сингапур были колонии Великого Британии. А в индонезийском языке тоже очень много слов от голландского языка, потому что раньше была колония Голландской империи. Посмотрите на эти слова. По-латински, по-индонезийски хандук, по-голландски «хандудук». Марков. По-индонезийски и по-голландски тоже будет «вортел». Ведро. По-индонезийски «эмбер», по-голландски «эмер». Сейчас вы видите, как похоже слово в индонезийском языке и в голландском языке. Но знаете слово в индонезийском языке не только имя слова от голландского языка, но из других языков. Например, из португальского, арабского и ливанского языка. Например, в индонезийском языке флаг, бандера, а по-португальски бандера. Обувь. По-индонезийски спату, по-португальски сапатос. Стол, меджа, а по-португальски меза. Стул, по-индонезийски банку, по-португальски банко. А
И еще много слов от португальского языка, которые имеют в индонезийском языке. Еще есть несколько фактов об индонезийском языке. Индонезийский язык – это национальный язык в Индонезии. В Индонезии очень много региональных языков, поэтому все народы в Индонезии, чтобы понимать друг друга, они говорят наш национальный язык – индонезийский язык. Индонезийский язык – это очень легкий. Нет грамматического рода, нет падежа, нет времени и тоже нет множественного числа. Ну, вам интересно изучить этот язык? Если вам интересно, посмотрите другие видео в нашем канале.